Так, друзья, добрый день, всех приветствую. Сейчас я включу чат, специально не стала его включать, чтобы вы видели два последних сообщения. Да, всем привет, здравствуйте, меня зовут Ольга Овчинникова, мы с вами сегодня будем говорить про деньги, про компанию Наюта. Так, вижу, да, что у нас сегодня с географией? География у нас обширнейшая. Уфа, Новосибирск, Москва, Сыктывкар, Кострома, Казахстан, Лисичанск, Красноярск, Азербайджан, Москва, Италия, Горловка, Самара, Красноярск, Ростов. Друзья, у нас очень большая география. Ставрополь, Швейцария, Тверь, Раменская, Ореховозуева всех, что ли, назвала. Батуми, Саратов, привет! Всем привет! Отлично, друзья, я хочу узнать, если у нас сегодня люди, которые пришли к нам на вебинар впервые, поставьте, пожалуйста, цифру 25. 25 октября, возможно, станет для вас отправной точкой в бизнесе, стабилизация своего финансового положения. Если есть новички, 25 поставьте нам в чат, пожалуйста, мы вам поаплодируем и будем понимать, какая аудитория у нас сегодня есть. Нет новичков совсем? Тоже неплохо, тоже неплохо. Так, значит, смотрите, мы поработаем с вами 30-40 минут и разберем маркетинг. Мы посмотрим с вами, какой есть у нас джокер, какие козыри вообще имеет компания Наюта на сегодняшний день. Потому что на самом деле интернет пестрит различными предложениями. К великому сожалению, многие из них... Так, хорошо, отлично, Екатерина, здорово, уже партнер. Многие из этих предложений, друзья, ведут к не очень приятным событиям, да, кто-то теряет деньги, либо кто-то возвращает свои, но ничего не зарабатывает. Мы с вами должны понимать, что бизнес всегда должен приносить деньги. Бизнес должен быть окупаемым, и бизнес должен приносить еще и удовольствие. Я на самом деле с большим удовольствием работаю в компании Наюта, хотя и не сразу включилась в эту работу. Да, у меня был кабинет, но я ничего в нем не делала. И только вот после разобравшись, уже видите, даже уже до спикера доросла. Итак, что такое Наюта на сегодня? Ну, в первую очередь, это компания, которая с 2007 года уже работает на земле. Компания продукт, который помогает, я думаю, что уже нескольким десяткам или сотням тысячам человек, проверенный продукт, да, проверенная компания, рецепты, скажем так, по индивидуальным заказам, которые сделаны, есть уникальный продукт, есть у нас монопродукт, это наша соль. Я ее позавчера получила, соль 880, которая приготовлена специальным образом. Это не та, которую мы используем каждый день в своей пище. Но у нас есть много видео, вы можете посмотреть на канале YouTube. Наши партнеры снимают уже результаты, да, и про продукцию сегодня будем говорить мало. Мы будем говорить про деньги и, в общем-то, что же нас отличает от того большого выбора, который есть. Мне вчера состоялся разговор с молодым человеком. Он говорит, я что-то не пойму, почему бы вам с таким же запалом, как вы мне сейчас рассказываете про Наюту, не поработать в Oriflame. Я же даже поперхнулась, честно вам скажу, не могу. Сразу я не могла сообразить, как же мне его ответить, как вообще можно сравнивать, да, косметические компании, которые делают такие вещи, как профилактика здоровья, то, что у нас есть. Ну и не будем углубляться в тему. Так, про деньги. Смотрите, у Наюты есть уникальный инструмент. Две площадки, которые могут как работать сам каждая самостоятельно, так и они органично вплетаются друг в друга. Давайте с вами разберем первую часть маркетинга. Это наша площадка изобилия, площадка самореализации, как я ее называю. Да. Здесь у нас внутренняя валюта, на которой называется пи. И значит, один пи у нас равен одному доллару, поскольку компания международная, да, вот все-таки у нас внутренняя единица, она введена. Ну, мы, как правило, уже привыкли и говорим исключительно про доллар. Что это за площадка изобилия, либо площадка самореализации? Это тогда, друзья, когда мы строим свой собственный бизнес, мы
продаем этот бизнес, мы рекрутируем партнеров, мы рассказываем про возможности компании. Это единственная компания на сегодняшний день, которая платит каждому своему партнеру. Вы знаете, что можно зайти в очень хорошую, допустим, компанию, в хороший маркетинг, но ничего там не заработать. Да? Можно, допустим, в такой в посредственный зайти. И очень многое зависит уже от команды, которая... Ну, вот у нас команда очень сильная. Итак, площадка изобилия дает нам ежедневный стабильный доход. Он строится от своих личных приглашений и от работы всей структуры. То есть здесь действительно можно получать деньги. Даже, ну, я вот вчера вечером была на дне рождения своего брата, и у меня в кабинете за вечер 31 доллар пришел. То есть я понимаю, что команда поработала. Вторая площадка – это магазин электронной коммерции. На сегодняшний день у нас чуть более 80 наименований, и мы можем с вами приобретать этот продукт уже сейчас. Организована доставка, курьерская служба, все работает. Соль мне пришла буквально там с каких-то 7-8 дней. Вот. Те, кто любит продавать, друзья, здесь непаханное поле. Этот продукт очень востребованный, и когда мы с вами заходим на сайт, мы его изучаем, смотрим, и что нам ближе, да, что мы сами попробовали, мы можем рекомендовать, продавать и зарабатывать. Тоже с вами разберем. Так вот эти вот два круга, голубой и оранжевый, да, они между собой с одной стороны, как я сказала, сочетаются, с другой стороны нет. Если вы не хотите продавать, если вы не хотите покупать, вы можете этого не делать. Вы можете просто смотреть, как, допустим, наши партнеры профилактируются, здоровеют и так далее. Да? Вы можете строить структуру. Если вы не хотите строить структуру, а только продавать, пожалуйста, то есть полная демократия, вы можете работать как в первой части маркетинга только в одной части, так и во второй части, только во второй части. Но если мы с вами совмещаем, то поток денег, который к нам приходит, он действительно бесконечный. Давайте разбираться, что это за утверждение и как оно, собственно, работает, да, почему Наюта платит всем. Дело в том, что президент компании мистер Че, он дипломированный маркетолог и работает в бизнесе давно. И компанию, которая вот работала на земле, да, до Наюта, у нее было несколько иное название, практически довели до совершенства. Но естественно, что интернет-маркетинг, он диктует свои условия. Мистер Че понимает, что большинство продвинутых сетевиков, очень талантливых людей, недооцененных в земном бизнесе, они ушли как раз в интернет и зарабатывают там. Но, как правило, без продукта. И тогда мистер Че решил объединить вот эти две возможности, продуктовую компанию и вот всеми полюбившийся маркетинг. Но, к сожалению, не все компании могут похвастаться тем, что каждый их партнер покупает. Очень многие говорят, что наша компания отдает в сеть 100%. Да? Но зарабатывают там 30-40% партнеров по той простой причине, что только верхушка и к ним приближенные имеют возможность заработать. Остальные при расширении юбки партнеры, ну, зачастую даже свои вложенные деньги не возвращают. Что имеет Наюта, что на сегодняшний день мы можем предложить людям? Да? Это в первую очередь однократный вход. И у нас нету обязательных закупок. Нам не нужно каждый месяц смотреть на календарь 26, 27, 28 число, как у меня в товарной компании моей было. Да, я понимаю, что баллы набрать не успеваю, сейчас у меня ранг потеряется, я денег своих недополучу. Мы один раз заходим, и дальше мы начинаем только получать. Мы больше ничего с вами не вкладываем в этот бизнес, за исключением своих сил, да, средства мы уже не вкладываем. Действительно, нет обязательных закупок, и мы можем с вами получать товарооборот, даже если сами ничего не покупаем. У нас нет обязательных приглашений. Если вы хотите заработать только с продуктом, пожалуйста, это можно делать, распространять свою реферальную ссылку. Можно продавать, ну, обычным путем, да, приобретая на себя товары, дальше его распространяя в своем регионе и так далее. И, конечно же, если мы трудолюбивы,
И мы ставим в своем блокнотике еженедельно циферку «молодец». Да? Ну, здесь Радислав Гандапас нам с вами говорил про сладкое и про алкоголь. А мы можем себе записать, что 10 холодных контактов или 10 теплых контактов в день. И тогда я пишу одну буковку сегодня. Да? И в этом случае мы действительно можем заработать больше, чем человек, который, допустим, стоит в структуре над нами. Наюта предлагает 5 видов дохода. В первую очередь это подключение к компании по $1 со всех нижестоящих коллег. Это мы разберем детально. Второй вид дохода – это за лично приглашенных партнеров, когда мы приглашаем своего личника от $6, если у нас партнер заходит на минимальный пакет, и от 74, если у нас заходит человек за максимальный пакет. Я отключу пока в чате, друзья, потому что вы опаздываете, начинаете здороваться, откликаете. Тогда вопросы будем разбирать уже после, хорошо? Далее, значит, третий вид дохода – это системное создание 13 наших аватаров. Это клоны, это реинвесты. Многие из нас, работая в других компаниях, создавали себе золотые треугольники с тем, чтобы зарабатывать больше. На Юте это делать не нужно, друзья. Никаких треугольников у нас с вами априори уже заложено в маркетинге создание 13 тысяч наших клонов, 13 тысяч аватаров, которые будут постоянно нам приносить прибыль. И мы с вами можем получать кэшбэк от личных покупок. Цифры, которые вы видите, от 40 до 70%, это не от стоимости товара, это от стоимости баллов. Они здесь тоже есть. Мы с вами тоже затронем эту тему подробно. Да? Все 5 пунктов сейчас разберем. И, конечно же, пятый вид дохода – это групповой оборот, товарооборот. Если в вашей структуре нижестоящие партнеры приобретают товар, продают товар, покупают товар, то мы будем получать со структуры от 5 до 31% за товарооборот. Даже если мы сами не купили ни одного пузыречка, ничего не купили, мы все равно будем получать. Давайте посмотрим на построение, друзья. Оно не то, что нестандартное. Такого в интернете мы не видели. Друзья, я закрыла чат, а вопросы будем потом разбирать. Если вы хотите поприветствовать, то не надо, это отвлекает. Значит, давайте со словариком познакомимся, что такое семя. Но на самом деле, когда я первый раз услышала про семя и плод, я улыбалась. Да? Я улыбаюсь и сейчас, но понимание пришло. Семя, друзья, это то, что мы закладываем, и оно должно прорасти. Обязательно появится растение, и на этом растении появится плод. Так вот, у нас партнер, который заходит на минимальный вход, он называется семя. Стоимость его входа $31.25 зеленых центов. Плод – это, значит, семя на схеме обозначено сереньким прямоугольничком. Вот, да, это семя у нас. Плод – это когда партнер заходит на максимальный вход, он стоит $250, обозначен на схеме красненьким прямоугольником. Аватар – оранжевый прямоугольник на нашей схеме, и это тот самый клон плода. Это реинвестное место, за которое мы не платим. Все по-прежнему мы не платим. Что такое апгрейд? Это когда наше семя переросло и стало плодом. Да, то есть нет у нас понятия, допустим, клиентский вход и партнерский вход. Вот есть такое, есть плод, семя, есть плод, и в один прекрасный день семя становится плодом. Это и есть наш джокер, друзья. Сейчас мы посмотрим, почему же. Когда я употребляю слово «партнер», я имею в виду своего лично приглашенного, который прошел по моей реферальной ссылке. А коллега, ну, это человек из нашей структуры, вышестоящий, сбоку, справа, слева, ну, неважно, да. Итак, мы с вами рассмотрим. Ну, давайте возьмем вход на пакет семя. Хотя сразу скажу, что когда заходишь на этот пакет, ты, ну, по сути, $31 он теряется. Да? Если есть возможность, лучше заходить, конечно же, на максимальный вход. Сейчас вы это увидите. Значит, синий прямоугольничек наверху – это мы. Это мы. Мы зашли на пакет семя и начали работать. Мы приглашаем партнера, и он решает зайти на максимальный вход. Вот он создает, занимает свое место с пакетом плод. И мы приглашаем, и мы работаем с ним. Да? Вот этот вот у нас, допустим, серенький, он может быть вообще
пришедшим сверху со структуры. У нас постоянно это бывает, и сложно назвать переливом, это просто работа системы, поэтапное заполнение, ну, как в любом бинаре, да, сверху вниз, слева направо, ну, по классике. Но у нас нет спилловеров, нет сильной, нет слабой ноги, друзья. Это необычно, это авторский маркетинг. И что делает наш плод? Давайте мы ему поставим циферку 1. Наш плод, которого мы пригласили, он получает, скажем так, аватар чего-то, от какого-то коллеги, да, вот этот вот оранжевенький у него становится аватар. Он приглашает плод семя, давайте поставлю вот здесь вот цифру 2, он приглашает плод семя. И у него заходит еще партнер на плод, на такой же вход, как и у него, да. Цифру 3 обозначим. То есть наш плод пригласил тоже плода. Номер 3. Кто там пишет, друзья? Чат пока закрыт. Откроем чат в конце. Тогда будем разбирать с вами все вопросы. Значит, наш плод пригласил плода под номером 3. И вот от первого плода встают сюда аватары. Посмотрите, система дарит 3 места. Эти места обеспечены деньгами. Да, не подарочные места. Значит, у нашего плода номер 1 уходят аватары под партнера, и партнер под номером 3, плод, он уже получает 2 доллара только по той простой причине, что он зашел на максимальный вход, стал под своего спонсора. Система дала 2 аватара нашему первому номеру, и в другую веточку у него упал 3-й аватар. Вот он. Понимаете? Вот такого не было еще и нигде и никогда, друзья. И все 3 бизнес-места от нашего партнера номер 1 дали вверх по структуре на 20 уровней по 1 доллару за 4 места. Почему за 4? Потому что партнер номер 3 встал, да? С него вверх по структуре на 20 уровней пошло по 1 доллару. И аватары, обеспеченные деньгами, они тоже встали в систему, и от них тоже на 20 уровней вверх пошли структуру деньги. Понимаете? И вот этот наш синенький прямоугольник, который стоит наверху, он все эти деньги тоже собирает. Ему они тоже приходят. Он, видите, он тут еще не разобрался толком, не поработал, а уже сколько денег получил. Да, сколько денег получил. Ну, в общем-то, вот таким образом структура у нас и двигается. Посмотрите, значит, когда наш синий прямоугольник пригласил первого плода, он заработал 74 доллара. Уже 74 доллара он заработал сразу. Это около 5000 рублей сейчас получается. Да? Структура начала дальше строиться. Они работают вместе с партнером 1, 2, 3 там, и так далее. Да? Они работают. И на кошельке у нашего синего прямоугольника накапливается требуемая сумма 250 долларов. И наш прямоугольничек синий, он становится плодом. У него происходит апгрейд. Семя выросло, плод. И тогда в структуру от синего прямоугольничка, да, падают 3 аватара. Потому что он пригласил плода. Всегда по законам нашей системы, когда плод приглашает плода, в систему уходят 3 аватара. И наш синенький отдал в систему, ну, допустим, сюда вот у него ушло, да, там, где были свободные, ну, неважно. То есть в любом случае в систему ушло еще 3 его бизнес-места. Ну, вообще, неправильно немножко нарисовал, дайте-ка, они должны уйти в левое плечо, структуру под, ну, давайте, допустим, вот это будет аватар нашего первого синего прямоугольничка, да, вот сюда они ушли в структуру плода номер 1, и один по законам жанра у нас ушел в другое плечико, вот, допустим, это будет 3. И снова вся структура получила на 20 уровней вверх по 1 доллару. Снова все, кто находится на этом пути, все участники получает по 1 доллару, и вверх туда это дело все продолжается. Представляете? Вот именно это дает нам право утверждать, что Navis получает абсолютно все партнеры, на чьем пути движения денег стоят их бизнес-места. Да?
Естественно, те, кто приглашает личников, они зарабатывают больше, чем те, кто не приглашает, потому что ну, может по $1 накапать, там 30 и $40 в день, в зависимости от того, в какой структуре вы стоите. Да? Но, конечно же, большие деньги мы зарабатываем, если мы приглашаем. Так вот, смотрите, наш джокер каков? В том, что даже когда мы приглашаем семя, у нас вот в структуре, видите, сколько здесь семян, да? Вспомните все компании, в которых вы работали, в которые вы знаете маркетинги. Вспомните, пожалуйста, вы пригласили личника, вы с него один раз получили реферальные. Один только раз вы получили с этого личника реферальные. А у нас вот эти все голубые, синенькие, голубые, да, семена, они в конечном итоге все равно прорастут. Они станут красненькими плодами. И тот, кто их пригласил, но будем предполагать с вами, что у всех вот эти вот отмечены синенькими кружочками, пригласил наш синий прямоугольничек, да, когда они сделают апгрейд и станут плодами, он с них со всех получит $74. Это я называю пролонгированный доход. Понятно, да, друзья? Давайте едем с вами дальше. Значит, что человек, который, ну, все-таки вот есть у нас такой вариант, давайте я вам его проговорю. Что человек получает, если он на самом деле вообще ничего не делает? Он пришел на посмотреть. Ну, такой ради спортивного интереса, дай, говорит, я зарегистрируюсь за $31, посижу, посмотрю, что тут у них делается. Ну, допустим, вот он сюда пришел, да, и там за 2-3 месяца у него все-таки на кошельке накопится $250, у него произойдет апгрейд, и он станет плодом. Он станет плодом. Что дальше будет происходить? А дальше у него еще месяца за два накапают деньги. $125 накапает ему на основной кошелек. Он их может выводить, ради бога, он может ими распоряжаться. Да? У нас же нет обязаловок там Цербера какого-то. $125, когда у него накопится на кошельке, у него основной кошелек закроется и откроется отдельный кошелек «Аватар». И сюда ему накопится 31,25, та самая сумма входа семени, за которую он и зашел. Но так будет со всеми происходить, даже если вы работаете. Но сейчас вот мы рассматриваем тот, кто не работает. Да? 31,25 у него на кошельке аватар накопилось. И у него в структуру все-таки падает его аккаунт. Еще один аватар. Ну, первый, скажем так, его аватар падает в структуру. Отлично, это обеспеченное деньгами место, и он помогает своей структуре. Все получают по этой ветке по $1 на 20 уровней вверх. Да? Классно. И его верхний аватар тоже получит. А дальше, что будет происходить? Да то же самое. Опять месяца через два у него там накопится $125. Я повторю, он ничего не делает. $125 накопилось, кошелек основной закрылся, открылся кошелек Аватар, 31,25 снова накапало, и у него опять место в системе и так далее, да. Но и он будет уже, допустим, собирать не по $1, а естественно, вот сколько у него кошельков еще открылось, 3, да, и он будет собирать аж целых $4 с веток, где идет бурная работа, да. Но смотрите, его пассив будет стоить ему дорого, потому что чем дальше наши аватары стоят от основного бизнес-аккаунта, тем меньше денег мы получим. Чем ближе к основному аккаунту будут стоять наши аватары, значит, соответственно, они больше со структуры, которая будет строиться внизу, будут получать денег, друзья. Сложновато. Я тоже не с первого раза поняла. Давайте с вами посмотрим все-таки на входы. Чем же, помимо цены, отличаются, чем, скажем так, ну, почему, да, происходит? Когда мы заходим на пакет «Семя», у нас кошелек еще закрыт. Несмотря на то, что мы работаем и приглашаем, мы эти деньги пока вывести не можем. У нас система должна провести нам апгрейд. Мы должны накопить на кошельке $250, мы должны стать плодом, и тогда у нас открывается кошелек. Пожалуйста, дальше уже вы можете распоряжаться вашими деньгами. Так происходит специально для того, чтобы мы больше зарабатывали.
И пакет 7 не получает наш монопродукт, нашу удивительную соль в подарок, пока тоже не станет плодом. То есть пройдет время, за это время, если вы заходите на пакет плод, у вас уже придет соль, да, и вы уже можете оценить все ее преимущества, уже начать профилактироваться, избавляться от каких-то там ненужностей в организме и так далее. Да? Ну, посмотрите ролик, я думаю, что все поймете сами. И вот плод получает продукт, полный курс, ну, это где-то на 1,5-2 месяца. У плода есть моментальный вывод с кошелька. И у плода сразу будут создаваться несколько своих собственных аватаров, да, когда он приглашает такого же партнера на плод. А у семьи такой возможности нет. Но понятное дело, что не у всех есть $250 сразу, поэтому пакет 7, друзья, заходите, зарабатывайте как можно раньше, становитесь плодом и получайте. Давайте рассмотрим конкретные примеры. Если я плод, и я приглашаю плода, что мне платит компания? В первую очередь, это бонус рекомендации $50, который приходит сразу же на мой кошелек, моментально. Я ими могу распоряжаться. В систему встают, помимо плода, которого я пригласил, да, вот этого зелененького, вот, еще встают 3 моих аватара. 1, 2 и 1 аватар в другое плечико встает. 3. Мой плод уже сразу ощущает денежку, $2 ему пришло за то, что спонсор сюда, система поставила спонсорские аватары. Да? Это второй вид дохода. Третий – бонус плод и бонус семя. То есть за все мои 4 бизнес-места я получу по 5 пи, по $5. В итоге получается 20. И еще бонус семя мне дадут по $1. Вкусно. $74, вот они на моем электронном кошельке, я ими могу тут же и распоряжаться. Да, у нас несколько систем подключено, но, как правило, партнеры переводят эти деньги внутренним переводом, потому что не хватает даже внутренних денег, мы все время у всех спрашиваем, да, партнеры подключаются, как же, дайте нам. Это очень удобно, поэтому любой валютой можно, что там есть у вас, рубли, доллары, евро и так далее, перевести внутренними деньгами. Получается действительно очень быстро и хорошо. Рассматриваем вариант, когда я плод. Я приглашаю семя, тот самый пролонгированный доход. Да, я не получу сейчас бонус рекомендацию в $50. Я сейчас не получу бонус семя. У меня не упадут в систему 3 моих аватара. Но я получу $6. Да, за то, что я пригласил семя. То есть $5 по бонусу плод и $1 по бонусу семя. Но мы с вами помним, что любое семечко – это наш джокер. Это наш пролонгированный доход. Он принесет нам плоды. И как только он получит апгрейд, вот здесь смотрите, как интересно, да? Каждый спонсор заинтересован в том, чтобы его семечки становились плодами. И он сразу получает на кошелек те самые заветные $74. Да? И под это семечко, которое станет плодом после апгрейда, в его структуру упадут 2 аватара спонсора. Ну, здесь уже вряд ли получится прямо конкретно под это семечко. Структура же будет строиться, да, но в любом случае в его ветку. И 1 аватар в другую ветку. Вот он вам, пожалуйста, пролонгированный доход. Наш главный козырь. Да? Несмотря на то, что мы приглашаем партнера на минимальный вход, мы все равно заработаем с вами еще раз. Что делать? Нет у меня $250. Я зашел на пакет 7. Мне очень нравится компания. Я хочу много зарабатывать. У меня есть цель, допустим, к Новому году выйти на доход, ну, там, $100-200 в день. Я работаю. Я приглашаю плод. Что случится в этом случае? Да все хорошо, в общем-то, будет. Я получу все те самые плюшки, которые здесь написаны, но тогда, когда я стану сам плодом. То есть у меня произойдет апгрейд. Но по большому счету мне нужно либо 3 плода пригласить, да, и я уже стану плодом, мне деньги накапают, да, 74 три раза, ну там, естественно, структура помогает, работает, еще будут деньги. Вот.
Пожалуйста, все будет. И вот этот самый плод, он же тоже работает, он приглашает людей, да, каждый человек заинтересован в том, чтобы свои деньги, во-первых, вернуть как можно скорее назад и дальше уже начать зарабатывать. И точно так же, когда я стану плодом, получу свой апгрейд под моего приглашенного, в его, скажем так, ветку упадут два моих аватара. Ну, там уже поглубже будет, да, структуру. Но в любом случае, опять снова вся эта ветка, она получит на 20 уровней вверх денежку по $1. Значит, что я зарабатываю, если я семя и пригласил такого же, как я? Я получу $6, но буду работать на то, чтобы и мне, и моему приглашенному как можно скорее стать плодом, чтобы у нас открылись кошельки, чтобы у нас начали в структуру попадать аватары. Аватары – это наши магнитики, денежная копилка, которая постоянно получает деньги. Да? Мы сейчас с вами посмотрим, что же у нас за кошельки. Еще раз, как они работают, почему у нас в кабинете 4 кошелька. Значит, у нас есть основной кошелек, у нас есть кошелек аватар, деньги, которые ожидают вывода и общий баланс. Ну, вот эти два нижних, это, ну, если мы вдруг считать не умеем, они просто справочные такие кошельки. На самом деле их два. Вот верхний, да, голубой и цвет морской волны, скажем так. Основной кошелек и аватар. Еще раз, что получается? Вот, допустим, вы плот, ну, получили апгрейд или зашли на плот, неважно. У вас на основном кошельке вы зарабатываете там $10, $20, вы их выводите внутренним маршрутом, да, для того, чтобы их вывести, допустим, на внешний кошелек, мы должны с вами 50 пин накопить, тогда, пожалуйста, там, куда хотите, выводите, ну, вот здесь платежная система, которая есть у нас на сегодняшний день. Ну, внутрянка это прямо, пожалуйста, каждый день. Значит, когда основной кошелек, он считывает все эти цифры, вы там по 10-20 зарабатываете, вы их выводите, но основной кошелек, значит, система просчитала, что у вас 125 пи, $125 уже сюда накапало. Неважно, здесь они у вас продолжают лежать, либо вы их уже обналичили. Кошелек видит 125, и он нам его закрывает. И открывается соседний кошелек под названием «Аватар». Вот у меня вчера за сутки накопилось 31,25. Я этого раньше на вебинарах не показывала, потому что не понимала система, как она действует. Вот у меня вчера первый аватарчик, один аватарчик отщепился за сутки. 31,25, да? Вот они. Постепенно капает сюда. Потом вот этот кошелечек обнуляется. В систему падает наше семечко. Да, в систему уходит один наш аватар в систему. Все мои партнеры вверх получают по одному доллару, и в том числе аватары, которые у меня стоят, например, над ним. Да, но они же у меня там стоят, я плодов приглашаю, как-то есть они у меня там. Все на 20 уровней вверх получают. Что происходит? Все. Кошелек аватар свободен, он обнулился, здесь ноль, ничего нет. И у вас снова на основной кошелек начинают капать деньги. То есть за сегодняшнее утро это что-то там $9 уже, смотрю, пришло. А я только вот вебинар утренний провожу. Сейчас пойду работать. Работу пойду работать. Да? И вот таким вот образом. Ну, ожидают выводы. Здесь нам показывают, если мы их не трогаем внутрянкой, например. Да, здесь у нас вот $50 накапливается. Он нам тогда покажет, например, пожалуйста, 56 выводи там на систему. Вот. Вот таким образом работают наши кошелечки. Понятно, да? Теперь, что касается товара. Есть, когда сюда пришла, я спонсору сказала: «Наташа, я не буду покупать, продавать, и у меня есть хорошая компания БАДы, которые я кушаю, мне вообще вот это вот не надо с товарным бизнесом, все». Ну, строим структуру, строим структуру. Но когда я посмотрела отзывы партнеров о мигрени, сосуды, вены на ногах уходят, гельминты вычищаются из организма, да, ну, то есть партнеры пишут вообще просто, и кошки даже, если кто-то про эффект плацебо думает, нет, у нас и кошки тоже была оказана помощь, это все сработало. У меня у собаки аллергия пошла, я сейчас ее тоже солью начала поить, правда, второй день всего. Тоже есть фотография до, сделаю потом фотографию после, на пузе там у нас что-то красное какое-то пошло. Вот, про товар.
Я честно вам скажу, что товар я себе буду брать, и, конечно, я буду его предлагать своим друзьям, знакомым. И у нас есть спелеокамеры, я нацелена их тоже поставлять в регион, да, договариваться с частными там саунами, санаториями, показывать им эту возможность, причем отбиваются эти сауны достаточно быстро. То есть предпринимателям всегда важна окупаемость таких уникальных вещей. Так вот, смотрите. Значит, на моем кошельке, ну, я приобретаю товар, да, а кто-то мне его заказывает, накапливается 500 PV. PV – это баллы. Ну, давайте открою чат. Кто-то нам что-то пишет. Друзья, можете начинать писать вопросы. Открыла чат. На нашем кошельке накапливается 500 PV. И вот именно от этих PV 40% мы высчитываем, да? Давайте с вами калькулятор прямо открывать. Значит, 500 умножить на 40% получается 200. 200 чего? 200 пи. А мы с вами знаем, что 1 пи равен 1 доллару. Значит, компания нам на кошелек пришлет 200 пи. Это 200 долларов. Вот это мой возвратный кэшбэк. Не от стоимости товара, не путайте, пожалуйста, а именно от стоимости баллов. Да? Соответственно, если у меня 1000 PV на кошелечке, значит, у меня кэшбэк 40% будет 400 долларов, а мне на кошелек возвратный бонус. Что же это за табличка такая? Статус и условия. Статусы у нас очень емкие, лаконичные и простые. Называются они стар, звезда. Так вот, когда, будучи вы в первом статусе, у вас в структуре должен быть один плод и одно семя. И тогда вот этот самый кэшбэк 40% от стоимости баллов, пожалуйста, он вам доступен. А когда для того, чтобы стать две звезды, нам нужно, чтобы у нас в структуре в нашей было 7 плодов, 7 партнеров со статусом плод в левом плече, вот здесь вот, и 7 в правой. Друзья, я вам открою страшную тайну. Это не обязательно наши личные приглашенные. Вот эти 7 слева и 7 справа – это просто коллеги, люди из нашей структуры, не личники. То есть компания даже вот тут проявляет полную демократию, не ваш, не наши лично приглашенные. Те, кто, допустим, нападали в структуру, те, кто пригласили ваши партнеры, неважно, все равно засчитывается. И что здесь происходит? У нас увеличивается кэшбэк, допустим, те же самые личные потребления баллов на 500 PV будет уже не 200 долларов, а 225, что гораздо приятнее на целых 25 долларов. Гораздо приятнее. И когда наша структура приобретает товар, у нас с вами появляется разница в 5%. То есть у нас с вами 45, а человек, который под нами, да, потребляет продукт, у него 40% кэшбэк, но нет, у него еще 7 слева, 7 справа. Значит, компания нам эти 5%, а вот они получаются, смотрите, тоже присылает на кошелек тут же, моментально. Например, 2000 PV со всей структуры накопились, 5% это будет 150 долларов у нас на кошелек. Да? Если мы их совмещаем с вами 150 и 250, это уже получается очень себе даже хорошие деньги. То есть, видите, они здесь идут и отовсюду, со всех мест. Причем, что, допустим, у вас даже своих личных 500 может не быть. Ну, я говорю, я тоже зарекалась, и Светлана Пузырина тоже часто говорит на вебинарах о том, что она не собиралась покупать, продавать товары, ей вообще не нужен был, только пришли структуру строить. Но, однако, вот сильнейший продукт, удивительные показания, результаты партнеров, и, конечно, мы же за. Любовь нас спрашивает. Партнеры спросили сейчас, где посмотреть документы компании, что она должна ответить. Думаю, что этот вопрос тоже надо освещать. Документы есть же там на сайте у нас, по-моему, Любовь, да? Документы есть на сайте. Но вообще это, я так думаю, что Гульнаре, скорее всего, вопрос. Так, Садуловой. Понятно, да? То есть вот с кэшбэком разобраться, но там тоже уже, друзья, когда в кабинете будет все капать, будет видно. Поэтому тут, ну, как бы эти деньги тоже есть. Да, Любовь, да не за что. Если честно, я вот даже этим не заморачиваюсь. Документы там или еще что-нибудь, я просто вижу, насколько люди работают серьезно. И тот, допустим, сайт, который у нас сейчас с вами есть, он временный, друзья. У нас есть свой собственный сервер,
Ага, ну да, сервер, который в скором времени запустится, и сайт будет более наполненным, более удобным. Вот. Это у нас сейчас времяночка такая. Самый большой плюс, друзья, то, что компания только стартанула. Ну, вот здесь видите, как получается, что компания, с одной стороны, с 2007 года отработала на земле, а в Казахстане шикарнейшие результаты, отзывы, партнеры там, да, все в восторге, восхищении. И тут нам еще прикрутили новый маркетинг. Компания поменяла, взяла новое название и стартанула. Мы только 2 месяца работаем, а у нас уже все есть. У нас есть сайт, есть внутренние переводы, есть курьерская доставка, есть монопродукт, который творит чудеса с нами. Ну, вообще просто, ну, действительно авторский маркетинг, который вот, ну, не было такого. Хорошо, что они его запатентовали, да, потому что сейчас, я думаю, моментально по интернету бы все это начали все прикручивать себе. И причем взяли бы еще и испортили. Потому что лучший всегда враг хорошего. Вот, у нас с вами сейчас уникальное время, когда компания только стартанула, и мы с вами на самой вершине. Вы понимаете, что вниз построение будет идти. Пусть это будет 2 года, пусть это будет 3 года, но те самые 2 миллиона долларов, друзья, о которых я сегодня еще не говорила, они все равно придут к нам в структуру. Давайте я вот эту елочку назад верну. Сейчас мы с вами поглядим на нее. Сейчас момент. Вот она у нас, да? Мы приходим и понимаем, что бинарно-матричная структура, она предполагает расширение юбки. И мы с вами отдаем себе отчет, что эта юбка будет заполняться не только аккаунтами, которые покупают партнеры, кто хочет приобретать продукт, да, или кто хочет строить структуру, но еще и нашими аватарами. 13 тысяч моих личных аватаров упадут в структуру. И 13 тысяч аватаров всех моих партнеров. Эта юбка наполняется очень быстро. И каждый наш аватар, он приносит по 1 доллару, даже когда мы нифига, простите за португальский, не делаем. Да? 2 миллиона пи. 2 миллиона долларов. Да фиг с ним, пусть они будут через 3-4 года, но они будут. И мы постепенно эти деньги выбираем. Но не секрет, что наши спонсоры уже вышли на доход 200 долларов в день. Да? Ну, конечно, когда мы работаем, у нас и денег идет больше, но даже когда мы отдыхаем, все равно капает. Ну, я не перестаю удивляться. Даже действительно, утром заходишь, в кошельке одна сумма, вечером заходишь, там другая, днем заходишь, там, ну, то есть, вот, ну, постоянно получаешь удовольствие. Здесь действительно заложены большие деньги, и компания выполняет все свои обязательства, которых, собственно, с самого начала было все это сказано. Да? Это в сетевом земном нам говорится, что, пожалуйста, это твой личный бизнес, ты приди сюда, прояви себя, инициативу, ты заработаешь столько, сколько ты хочешь. Да фига с два, ты заработаешь сколько ты хочешь, и, во-первых, если компания уже там 5, 10, 20 лет на рынке, тем более, это очень сложно сделать. И только когда новая страна открывается, новые города открываются, да, там еще можно построить себе что-то. Мы у самых истоков. И эта самая юбка, она будет наполняться нашими аватарами, аватарами наших партнеров. Поэтому, будучи здесь сейчас, я отдаю себе отчет, что в итоге, через какое-то время я все-таки стану рантье. То есть мы будем получать пассивный доход от того, что у нас аватары разбросаны по всей структуре. И, в общем-то, здравомыслящие сетевики, они продолжают приходить сюда со своими с партнерами. И дальше мы с вами зарабатываем, да, действительно неприличные деньги. То есть есть такой расчет 1000 долларов в неделю выйти. Есть расчет, есть желание, значит, соответственно, мы будем это делать. Итак, у нас с вами есть уникальный инструмент для заработка. Честный, открытый, демократичный, без обязаловок, без навязывания постоянных проплат, выполнения баллов, там, товарооборотов и так далее. Классный международный бизнес. Поэтому нам только остается его поближе узнать
и зарабатывать. Здесь действительно, друзья, это очень хорошо. Компания объявляет нам промоушены. Они были с самого начала, и вот сейчас трехмесячный, но уже октябрь практически заканчивается, все равно есть 2 месяца. Смотрите, значит, по медицинским показаниям, да, но здесь что должно быть? С медицинским подтверждением. То есть, если есть какое-то заболевание, да, оно зафиксировано. Далее мы принимаем продукт, и потом мы делаем снова фиксацию на вот этом. И получаем и зарабатываем еще подарки себе. Второй промоушен – это личные приглашения, когда я продаю этот бизнес, когда я оповещаю мир о возможности, ко мне приходят люди, и, соответственно, компания мне делает вот такие вот классные подарки за мой труд. Мало того, что деньги, так еще и подарки. Смотрите, планшеты, ноутбук и товар. Дальше. И за лучший товарооборот это кто открывает офисы на земле, ну, либо работает через интернет в своем регионе. Вот такие три промоушена у нас с вами есть на сегодняшний день, друзья. Значит, вебинары у нас проходят каждый день в 12 и в 19 часов. Вебинары – это наш инструмент. Если в маркетинге разобраться сразу не получается, конечно же, у нас с вами есть инструмент – это спонсор, когда мы выводим своего партнера потенциального на трехсторонней связи, когда мы приглашаем партнеров на вебинар. Да? Чем больше у нас новичков на вебинаре, тем, соответственно, быстрее строится наша структура, потому что информация у нас подается, у нас 4-5 спикеров, да, у каждого послушал, где-то что-то взял, понимание идет. Мне вот говорят, я очень быстро разговариваю. У нас есть спикеры, которые помедленнее разговаривают. В любом случае, приходите, приглашайте партнеров. До вечернего вебинара у нас с вами еще целых 6 часов. Мы можем поработать, да, с тем, чтобы у нас структура строилась. Поэтому я вам желаю плодотворного четверга. Кто еще не принял решение, принимайте. Друзья, и денежный дождь, и здоровье, оно обязательно будет с нами. Все, всем спасибо, хорошего плодотворного дня. С вами была Ольга Овчинникова. Всех люблю, обнимаю, всем пока.